Всем привет! Я Коломейцев Николай Дмитриевич. Участвую в проекте «Всем миром» с 2013 года по совету моей дочки Агаповой Ирины. Я вперед не верил в данный проект, вот. А потом обратил внимание на то, что главная задача его – это оказание помощи детям. Ну, где дети – там взрослые должны трудиться на совесть. Вот. Помогая детям, мы в то же время помогаем сами себе. Результат, как говорится, налицо. Было уже несколько розыгрышей. Я дважды попал в число выигравших. Поэтому советую другим, вступайте в проект «Всем миром». Вот. И участвуйте в играх. Будешь участвовать, выиграешь. Всего доброго, будьте здоровы.